привет! Всем привет! Всем привет! Привет всем любителям большого спорта! Правда? Продолжается спартакиада молодых сотрудников «Газпром Трансгаз Томск». И сегодня у нас бадминтон. Давайте вместе с вами посмотрим, кто станет первой ракеткой, а кто последним валаном. Толкачи давай! За нашу толкачи. А почему сзади написано «улетный транспорт»? Ну, мы их соперники, но мы в одном подразделении. Вот это спортивный дух, понимаете? Они соперники, но их поддерживают. Защищай ворота! Я болею, собственно, вот за вот эту команду. Вы же умеете читать? $200 за баррель, я так понимаю. Павел не до конца знает, за кого он болеет. Да. И, наверное, кати три трубы. Кати одну трубу? Кати трубу, он все-таки знает, о чем идет речь. А что у вас на плакате? Поясните. Второй закон Ньютона гласит F равно M умножить на A. Тебя послушать так сложно все. Кто отец Люка? Как правильно назвать жену индейца? Любимая! Любимая! Любимая, все верно. Мы команда хоть куда, в спорте все мы мастера. Будем бегать, мяч гонять, за победу воевать. Что вы делаете, чтобы ваши ребята мчались к победе? Мы тренируем и мотивируем, а также мы болеем за наших. Вперед, Россия! Вперед, огонь Газпрома! Внутри все горит, будто бы мне вырезали легкие просто, и все, и больше там ничего нет. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну не бойся, общество про тебя не забудет. Мы обязательно выбьем тебе квоту на новые легкие. А какие санкции для тех, кто не приводит болельщиков, чтобы поддержать команду? Мы их порицаем и не разговариваем с ними часа три. А помогают нашим замечательным ребятам это их паспорта, которые находятся у капитана. И если они занимают ниже первого места, мы им просто их не выдаем. Давай кричалку тогда! Патруль вперед! Щенячий патруль. Мы посылаем свои энергетические волны поддержки, волны настраиваем на победу. Спасибо. Держим, держим. Сколько минут уже? Сколько минут держим? Немного, еще пару секунд. ОМОН ТЦ. Поздравляю вас с вашей первой победой. Как настрой, боевой? Да, как у ОМОНа. ИТЦ. Ну все, у меня уже все, да? Гипертонический криз. Спасибо вам. Идем дальше. Не боссы мы, конечно, не чиновники. Очень дружная команда, это персики. 50 голов подряд. Персики всех победят. Ульяна, Тимур, Тамара и Сергей Тимофеевич. А как вы расшифруете вот это СТ?